В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июля с погоды. В Карачаево-Черкесии ночью местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный, с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, температура ночью 8-13, в горах до плюс 7, днем 23-28 градусов тепла и местами до плюс 21. В Черкесске без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 25-27 градусов тепла. Семь номинаций, семь финалистов и один победитель. Состоялся финал конкурса «Студент года». Участие в нем приняли самые инициативные студенты нашей республики, которые идут в ногу со временем и принимают активное участие в общественной жизни. Кто же стал победителем? Обладателем звания «Студент года 23» расскажет Дарья Тендит. По итогам онлайн-голосования определены лучшие представители номинаций. Лидер года – Мурадин Айдынов, волонтер года – Георгий Цуциев, молодой исследователь года – Сиротина Дарья, общественник года – Чумаева Мадина, спортсмен года – Алан Батчаев, творческая личность года – Белла Межаева, иностранный студент года – Ерамсе Теренука. С приветственным словом к финалистам конкурса обратился министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибрагим Татаркулов. Я вам искренне желаю успеха, искренне желаю, чтобы те цели, задачи, которые вы перед собой ставите, достигались, реализовывались, и все складывалось наилучшим образом. Студент года – это ежегодное мероприятие, проводить которое вошло в традицию. Алан Батчаев – студент Института экономики и управления СКГА, многократный победитель соревнований по пауэрлифтингу. Именно он стал лучшим в номинации «Спортсмен года». Поддержать его пришел тренер Хасан Архагов, благодаря которому он добился таких успехов в спортивной жизни, поделился Алан Батчаев. Я очень рад, что оказался здесь, ведь это, во-первых, показатель того, что я лучший студент в этой номинации. Спасибо всем большое, кто поддержал меня в голосовании. Мои родственники, мой тренер Хасан Шамсинович Архагов, большое спасибо ему. Спорт для меня в последнее время значит вся жизнь. Иностранный студент года Ерамсе Теренука приехала в нашу республику Ренука из Индии. За это время она освоила русский язык, нашла новых друзей и получает образование. Ее заветная мечта – стать доктором и помогать людям. Она не ожидала, что станет лучшей в номинации, но была очень рада. Поддерживали Ренуку семья, ее близкая подруга, преподаватели и одногруппники. Я очень была рада, что стала лучшей. Спасибо большое, это очень, очень приятно. Лучшие участники конкурса «Студент года» уже выступили с самопрезентацией, ответили на вопросы жюри. В данный момент проходит подсчет голосов, и совсем скоро мы узнаем, кто же стал студентом года. Под громкие аплодисменты финалисты номинации выходили на сцену для вручения дипломов и ценных призов. По итогам выступления участников обладателем титула «Студент года 2023» стала Белла Межаева, студентка Карачаево-Черкесского государственного университета. Творческая личность, которую ждет большое будущее, отметили члены комиссии. Белла будет представлять нашу республику на федеральном этапе конкурса. На самом деле я очень рада. Конечно же, не только председателя, но и всех жюри хотим пригласить на сцену нашу для республику уже на более большом уровне. Завершилась церемония награждения совместным фото на память. Мероприятие организовано при поддержке правительства Карачаево-Черкесии, Росмолодежи, Министерства молодежи Карачаево-Черкесии и «Оно моя карьера». Дарья Тендит, Расул Бердиев, «Вести Карачаево-Черкесия». Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке, затем также программы абазинской редакции. В 14:30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Муратом Джанкезовым. Всем хорошего дня и встретимся завтра.